Ку-ку, мои хорошие! Ку-ку! Рисунок мой! Ну что, я забрала... Так, сейчас вас выровняю сначала. Забрала детей со школы. У нас сегодня карнавал. Вот. Ой, сейчас сяду себе тут в сад и буду вам рассказывать. Извиняюсь, что я с очками. Вот, ну что, рассказываю, что, как, чего и как по поводу экзаменов. Я сегодня в хорошем настроении, потому что устный экзамен, по мне так показалось, что прошел очень хорошо. Я, по-моему, одна-единственная вышла именно с огромнейшей улыбкой. Потому что все выходили, все критиковали жюри, что они такие плохие, расплохие. По мне так они очень даже хорошо отнеслись с понятием ко мне, с пониманием точнее. Вот. Многих терроризировали по поводу вчерашнего экзамена, потому что они проверили, видимо, какие-то ошибки нашли, именно то, что ошибки люди сделали, с них, естественно, потом требовали отчет, спрашивали, действительно ли не знают это или нет, как бы подтвердили письменный экзамен устным ответом. У меня никто ничего не спрашивал по поводу моего письменного экзамена вчерашнего. Наоборот, мне сказали, что я очень правильно рассчитала бюджет, правильно подготовила как бы поездку. Вот, то, что мне нужно было рассчитать бюджет на ярмарку, для ярмарки, чтобы установить свою компанию, как бы для рекламы, все это остальное. Я так поняла, что я правильно рассчитала, потому что мне сказали, что мой бюджет был рассчитан правильно и идеально. Вот. И сказали, что вы, наверное, любите цифры. Я говорю, да, я очень люблю цифры. Он говорит, ну это видно, потому что везде, где касалось цифр, сделала все правильно. Так что я думаю, что бухгалтерия и заработная плата прошли на ура. Я так думаю, что нам не говорили наши ошибки, нас просто задавали вопросы, надо было ответить. Все. Я как бы подозревала. Девчонки говорили, что то, что не получилось у них сделать по письменному, то, что им это издавали вопрос. Так что я думаю, что у меня именно получилось все. Ку-ку, Рафулечка. Привет, мой сладкий. Вот, так что такие вот дела. И меня похвалили, сказали, что... Алисонька. Что у меня хороший французский, что меня прекрасно все понимают, что у меня было как бы по телефону, как бы сделали ситуацию, как будто мне звонит клиентка, я должна по телефону ответить на ее вопросы и все остальное. Сказать, что очень хорошо ответила по телефону. Что еще? Что еще? Что же там еще будет? Честно говоря, уже не помню. Короче говоря, похвалили. Честно, было очень приятно, потому что вчера вечером я была расстроена, я была не готова. Я думала, что не пройду я экзамен. Вот, что... А еще сказали, что я написала мало писем, но то, что было написано, было очень правильно сделано. Хоть мало, но правильно. Вот такие вот дела. Так что ждем теперь результат. Не знаю, какой будет результат. Надеюсь, позитивный, как я Арну сказала, хоть они даже там меня не расхвалили, все, может, они испугались, что я русская, что им морду там, как говорится. Может, из-за этого они мне все только хорошее говорили, на самом деле, может, говорится, как нож за спину держит. Я не знаю. Но главное то, что я для себя сделала все, что, как бы, как сказать правильно, для себя я сказала, я сделала максимум. Я не могла пойти еще дальше. Так что, даже если, говорится, негативный будет результат, надеюсь, конечно, позитивный, я могу сказать только то. Не надо этого делать, Алиса, ты не запачкаешь эту камеру. Алиса не печенье в камеру сует. Я могу сказать только то, что я сделала все для того, чтобы дойти до этого результата. Уже выше я уже не могу. Вот. Говорится, припрыгнуть саму себя я не смогу уже. Вот, а что такие дела? Если вы увидели, что у меня лисенок... скажите, я вам скажу, в карнавальном костюме. Это потому, что у нас сегодня карнавал. Вот так вот. Рафаэльчик будет сейчас одеваться на карнавальный костюм. И в 6 часов, время, ну сколько уже? Без 15:05, в 6 часов мы пойдем делать дефиле, карнавальное дефиле, и потом будем сжигать чучело. Вот, так что такие вот дела. Так что я вам все покажу обязательно. И я вас всех огромную, такой большущий благодарна за то, что вы меня поддерживали своими вашими комментариями. То, что вы меня верили, что вы мне за меня скрещивали пальчики, что
Я думаю, с вашими всеми вот этими позитивными, говорится, зондами такими, я дошла до этого, до окончания этого, до этой учебы, и я сдала эти экзамены. Вот, так что вот так вот, так что все, я вам все покажу, весь карнавал. Я вас всех люблю, целую крепко. Thank you.